Ультра с мульчером не уба. Работает уже полгода. Клиент очень доволен оборудованием. Наша задача сегодня — будем переустанавливать оборудование на новую Вальтру 235, которую клиент у нас сегодня приобрел под работу. Хочет более мощную машину у себя видеть. Сегодня будем устанавливать мульчер Ниуба на Вальтру Т-235 с лесной резиной, с реверсивным хвостом управления. Твинтрак. 235 лошадиных сил. И завтра начинает клиент работать на ней. Друзья, состояние оборудования после полугода работы. Мульчер был приобретался в декабре месяце 23 года. Ну да, небольшие повреждения люка для обслуживания. По количеству сделанных гектар сейчас уточним у председателя, сколько было сделано гектар за полгода. Вот смотрите состояние оборудования. Молотки еще ни разу не менялись на мульчере. Посмотреть внешний вид молотков. Сейчас переустанавливаем данный мульчер со 191 Вальтера на 235. Вот она пятится. Машина покупалась сегодня. Клиент платил ее в 3 часа дня. И вот сейчас у нас уже половина седьмого. Мы приехали в хозяйство. Клиент попросил достаточно оперативно все поставить, чтобы завтра машина уже приступила к работе. Сейчас будем смотреть, насколько подходит карданный вал, который был установлен. Хвостовики у нас по диаметру и по количеству шлицов одинаковые. Приехали на нашем сервисном автомобиле на Форде. Всего данного клиента с учетом новой покупки этой Вальтры будет 4 Вальтры. Сейчас в работе находятся 291 Вальтры. Вот будет 235 Вальтра и 170 Вальтра. Алексей у нас проводит обучение оператора перед началом работ. Так, дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы приехали на запуск и первое испытание трактора Вальтра Т-235 с реверсивным постом, 235 лошадиных сил. Это Ниуба, модель ТДД. До этого она работала на 191 Вальтре. Сейчас ребята у нас приобрели 235-ю. Первый день работы оператора. Трактор с реверсивным постом. Так, у нас возникла небольшая пауза. Мы простились с правым зеркальным элементом. Зеркало само целое, а вот именно элемент зеркальный выпал. Все, работаем. Мульчер Ниуба ТДД, диаметр ротора 620 мм, на мощность до 250 лошадиных сил. Пойдет сейчас еле береза.
подходим ко взрослым двум деревьям.
Да, поработали сегодня несколько часов, посмотрели, как ведет себя машина в работе. Ну, вы сами видите, насколько мощная получилась комбинация. 235-я Вальтра с лесным мульчером Ньюба, ТДД-200. Председатель работы доволен, оператор тоже. Желаем всем скорейшей расчистки данного объекта. А мы с вами увидимся в этом хозяйстве еще не раз.